Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас вечный обогреватель БТГ на короб. Вот видите, ребят, короб. Внутри короба, видите, комфорка 1,2 киловатта. Сверху термостекло для аккумуляции. Что применили? Применили, ребята, вот такой блок питания 42 вольта 1,7 ампера. Что позволило, ребята, брать менее, а выдавать более. Нагрев этой конфорки, сейчас я скажу, максимальный нагрев. Так. Максимальный нагрев, ребята. Секунду. Двести градусов Цельсия максимальный нагрев. Значит, прогрев вот это вот стекло будет 200 градусов. То есть тепло, ребята, там аккумулируется, и стекло его аккумулирует. Благодаря, вот видите, короб. В коробе есть, ребята, значит, дырки внизу, чтобы подходил воздух. Благодаря этому, значит, у нас мы можем отопить этой системой помещение до 100 и более кубов. Абсолютно бесплатно. Потому что у нас расход, что взяли, 44, как видите. Эти 44 взято. А вернули 72. То есть на 30, почти на 30 более. При этом еще и получили бесплатный обогрев комнаты. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему этого изделия. Итак, схема изделия. Конфорка 1,2 кВт открытая. Короб. Короб, ребята, от тепловентилятора «Ветерок» применяю. Снизу короба, значит, есть подсос воздуха. Конфорка нагревает. Температура 200 градусов через полчаса. То есть полный нагрев через полчаса. Применяется зарядное устройство 42 вольта 1,7 ампера. Подали, конфорка нагрелась. 44 ватта, значит, зафиксировалась. И все, она уже не берет, она уже теперь второй цикл, она возвращает 75, так как здесь больше. А раз она вернула, то третий цикл, мы снова 44 сюда, и так, как вы поняли, беспрерывно, пока она работает. То есть может работать вечно, сгореть, ребята, эта система не сгорит, так как она рассчитана на 230-240 вольт, а у нас всего 42 вольта. То есть это вечный БТГ-обогреватель. Тока она берет на 30 ватт менее, чем отдает. И при этом еще нагревает. Вот такая схема. Вы можете ее применять. И тогда звероящеры ничего вам не смогут предъявить к оплате. Благодарю вас за внимание. Всем удачи и стального вам железного богатырского здоровья.